Ну, наверное, еще быстрее уничтожит. Да? Вот. У магмозавра жизни даже не отнимаются, реально самая бронированная тачка. Жестянчик? Ничего Трифиду не отнимает. Всем привет, я надеюсь, вы уже все открыли пасхальную новую тачку Трифида, и пришло время протестировать абсолютно все пасхальные тачки, которые мы открывали раньше. Мы открывали, ребята, с вами Рэббитстера, открывали раньше Яйцелота, Хуберта, Магмозавра, Твитти и Трифида. У нас 6 тачек, поэтому давайте сделаем такое испытание, берем тачку и тестим ее на время, насколько у нее будет мощная броня и насколько она быстрее уничтожит босса. Рэббитстер готов, как только нас босс начинает трогать, мы сразу включаем, ребята, секундомер. Так, ложимся. Ну что, все, поехали. Время пошло. И смотрим, насколько у нас, ребята, будет мощная броня. Да, постараемся подставляться. Ё-моё, подставляться, хочу подставляться под боссов. Так, спокойно. Вот он. Все, да, 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 подставляемся, подставляемся. Подставляемся, ну-ка. Ну, знаете, из-за счет того, что Рэббитстер маленький, его, наверное, будет сложнее вынести жестянчику. Я поэтому взял жестянчика, что-то более большой босс. Так, ну я как могу только пытаюсь себя уничтожить. Давай. Да уничтожайся ты уже. Так, ну сложно будет победить Рэббитстера, ребята, все-таки. Так, есть 40 секунд. Окей, идем дальше. Ну что, следующая пасхальная тачка — Яйцелот. Давайте затестим Яйцелотика. Где у нас? Где у нас? Появился, ребята, появился жестянчик. Ну что, Яйцелот вообще кругленький. Ну он, да, ребята, у него броня, смотрите, по-моему, послабее. Или просто он неудачно сейчас. Он неудачно стал, и его, ребята, моментально вынесли. 12 секунд. Окей, идем дальше. Ну что, у нас третья пасхальная тачка, ребята. Это экскаватор Хуберт. Поехали. Давай. Тормозим. Ну, он медленный такой, непривычно. Так, все. Понеслась, смотрим, насколько быстро его. Он такой медленный, медленный, он такой большой. Вот поэтому ему сложно против боссов играть. Смотрите, ребята, босс его, ну, наверное, еще быстрее уничтожит. Да? Вообще, а, сколько, 14 секунд где-то? Да, ребята, ну, у него, по-моему, просто броня получше, поэтому он немного дольше продержался, чем Яйцелот. Давайте идем дальше. Ну что, ребята, следующая пасхальная тачка — Магмозавр. Давайте посмотрим, как быстро Магмозавр будет уничтожен. Так, останавливаемся. И все, пошло время. Давай, иди сюда. Ух ты, какой он большой, ребята, Магмозавр. Но он самый бронированный. Самый бронированный. Посмотрите, ребята, у него реально броня очень медленно. Очень медленно отнимается. Смотрите, в упор. Его в упор, ребята, босс толкает. У Магмозавра жизни даже не отнимаются. Реально самая бронированная тачка. Посмотрите, ему вообще никто ничего не может сделать. Или может это потому, что в колеса его толкает? Давайте перевернемся. О, видите, у него колеса более защищены. Точно, в колеса жизни практически не отнимались. Конечно, это круто. Ну-ка, давай сюда. И, ну все, все уничтожили. 38 секунд, неплохой результат, очень неплохой. Ну что, ребята, предпоследняя тачка — это Твитти. Давай посмотрим, насколько у нас бронированная эта машинка. Так. Где там боссик? Все, подъехал. Подъехал боссик, становимся. Давай. Ну видите, в отличие от Магмозавра, как быстро здесь, ребята, уходит жизнь у Твитти. Да нет, уничтожит сейчас его быстро. Все, ребята, 13 секунд. Вот так, такая у нас слабенькая птичка. Ну что, ребята, и последняя тачка. Новая тачка Трифид. Давайте посмотрим, как быстро будет уничтожать Трифида. Стоим, пошло время. Так, становимся перед жестянчиком. Давай, атакуй нас. Атакуй нас, жестянчик. Опа. А Трифид как Рэббитстер, ребята, немножко поменьше. И он потом будет выскакивать. Так понимаю, выскакивать. Так, это что такое? Смотрите, ребята, жестянчик. Ничего Трифиду не отнимает. О, пошло. Пошло дело. Но дольше. Дольше его уничтожают, чем другие тачки. Так, давай, добивайте. Добивайте, уж Трифида есть. 29 секунд. По броне это хороший, очень хороший результат. Так, и начинаем, ребята, уничтожать босса на время. Ну что, погнали. У нас первый — это Рэббитстер. Так, иди сюда. Боссик жестянчик, все тот же. Так, спокойно. Зато на этом боссике четко можно понять, насколько быстро мы сможем вынести босса любой пасхальной тачкой.
под босса мы спокойно заезжаем, и тут главное его мочить в данном случае морковкой. Так, не мешайте, тачки мне мешают. Иди сюда. Быстрее, иди сюда. Ну, мы зацепились. Знаете, я думаю, может, Рэббистер даже его и не вынесет. Да ё-моё! Рэббистер, ты что? Какой-то шустрый жестянчик. Ой-ой-ой-ой, там еще пила, ребята, мне мешает. Так, ну давай хотя бы я под тебя подъеду. Давай, добивай. 48 секунд. Ну что, смотрим, как себя покажет яйцелот в битве с боссом. Давно я уже эту тачку не играл. Тачка, кстати, по дизайну вообще топчик. Выглядит круто. Как она кусает босса. Ну-ка, стоим. Все, стоим, давай, иди сюда. Иди сюда, жестянка, мы сейчас тебя тут будем нормально так уничтожать. Ну-ка. Я не вижу, сколько там у жестянчика жизни осталось. У меня-то больше половины, у жестянчика, по-моему, меньше, да? Да, нормально, хорошо. В любом случае, пока это все у нас происходит быстрее, чем было с кроликом. 34, ну, есть, 36 секунд, где-то 37. Нормально, окей, идем дальше. Ну что, насколько у нас Хуберт, ребята, хорош в битве с боссом? В плане уничтожения босса, давайте сейчас мы этим медленным, ребята, медленным экскаватором попробуем вынести максимально быстро, ребята, вынесем. Надеюсь, вынесем жестянчика. Так, давай, иди сюда. Коптера вызвали. Все, готов, 23 секунды, ребята. 23 секунды, пока это рекорд. Так, и давайте посмотрим, как быстро мы сможем магмозавром уничтожить босса. Вы уже поняли, что магмозавр по броне вообще топчик. А по уничтожению жестянчика из пасхальных тачек, насколько он, по-моему, тоже быстро, ребята, уничтожает. Главное под жестянчика заехать. Все. Иди сюда. Мы здесь тебя уничтожаем. Ну-ка, давай. Я не вижу, сколько там жизни остается. Ну, по-моему, жестянчику поплохело. Да ё-моё, что так? Он прыгает около нас. Есть, ребята, 32 секунды. Тоже неплохой результат. Идем дальше. Ну что, давайте проверим Твити в плане уничтожения босса. Насколько это будет быстро. Стоим. Где босяра? Вот он. По броне мы уже поняли, что Твити так себе. Так себе. А хоть босса сможем? Сможем хоть вынести. Нет, по-моему, нормально. Жизни отнимаются относительно быстро. Так, давай еще. Так, иди сюда. Хорош. Куда ты полетел? Есть, ребята, 29 секунд. Вообще неплохой результат. Ну что, и давайте Трифида испытаем в битве с боссом, как быстро он уничтожит жестянщика. Давай, Трифид, ты должен поставить рекорд. Поехали. Давай, Трифид. Уничтожай. Ой, как нам под жестянку подъехать-то? Давай, ну что? Сможет это сделать быстрее, чем другие тачки? Так, ну вроде бы быстро. Вроде бы все быстро происходит. Есть, 27 секунд, ребята. Ну это неплохой результат. По-моему, это самый лучший. Что у нас было там? У Рэббистера за 40 секунд, у Яйцелота 36. А, Хуберт. Ребята, Хуберт был быстрее в плане уничтожения. А дальше у нас уже идет Трифид. А вот в плане брони у нас, ребята, на первом месте, как ни странно, оказался Рэббистер, потому что тачка такая быстрая, маленькая, и ее босс не может быстро уничтожить. Ну а так, если по ощущениям, то, конечно, Магмозавр. Магмозавр – самая бронированная тачка. Ну что, ребята, такой был видосик. Подпишись, поставь палец вверх. До скорого. Пока-пока.